Привет, народ. Ну что, как только я вот выпускаю серию какую-нибудь очередную с ремонтом машин, сразу у меня там куча комментариев. Чего вы там ремонтируете на коленке, там где-то в грязи валяетесь и так далее. Есть у нас и свой гараж, точнее мы его строим уже целый год. Все никак не достроим. В котором мы планируем ремонтировать свои машины. Вот посмотрите, такая у нас стройка века тут происходит. Что началось от строительства? Здесь был изначально гараж металлический. Вот он был такой здесь, ну, одиночный, как куча всех этих советских гаражей. Мы его купили за 100 тысяч рублей. Купили еще один гараж на донора. Там тысяч, наверное, за 50 или за 70 мы его купили. Вот в результате этот все снесли. Сделали новую крышу. Вот сейчас продолжаем стройку. Вот здесь абсолютно был завален хламом, тут земля была, какие-то тут рельсы. Мы тут нанимали мини-экскаватор, он здесь все копал. Там у нас снизу, здесь вот смотровая яма, там снизу комната, в которой будет там небольшая мастерская располагаться. Вот здесь все забетонировано, здесь, соответственно, все вот выгребали, потом бетоном заливали, яму выкладывали, вот эти вот кирпичами выкладывали яму бэушную, которую, ну, с профитом увозили в самом начале. Наверное, тут УАЗиков 10 этого кирпича только ушло. Вот сейчас зимой мы ничего не делали, так как было дохренище работы. Ну и, соответственно, тут не было крыши. Ничего тут мы не поделаем. Сейчас вот осталось обшить, ворота сделать нормальные, сварить. Ну и утепление. Утепление, как бы, есть время. Сейчас основная задача сделать, чтобы этот гараж можно эксплуатировать. Соответственно, вот эти все эти дыры заляпать. Ну и сейчас мы уже заезжаем, так как яма есть. В принципе, уже здесь можно все обслуживать машину. В общем, длина у нас гаража получается около там, 14 метров, ширина 5 метров. Вот здесь вот два соседних гаража кирпичных, которые будут стенами служить нашего гаража. Вот яма у нас по всей длине, там комнатка. И вот стоят листы, из которых мы это дело все мастырим. Если, конечно, вид такой получается колхозный, я не спорю, да, но если вот покупать эти листы новые там, или даже из профлиста, то там сумма встанет очень серьезная, тут вообще не отделаешь. Мы покупаем эти бушные листы из старых гаражей, там кто-то разбирает их, потом продает вот такие листы, чтобы нам, грубо говоря, сделать из них каркас. Вот, вот такие листы, тут железо хорошее, там, наверное, тройка или четверка. Сейчас вы купите, там, допустим, если из профлиста делать, там, ну, это фольга получится, здесь хоть хороший каркас. Ну, все утеплим, сделаем, будет посимпатичнее, конечно, смотреть. Сейчас пока все после зимы, такая вот разруха. Вода, грязь. Вот тут складываем свои колеса старые, тут у нас валяется пока что. Вот. Я в яме сейчас нахожусь, яма такая, человеческий рост. Там у нас она с приступками идет. То есть здесь вот такая комнатушка. Конечно, вода после весны стоит. Комната, наверное, минимум, наверное, 3 на 5 метров. Нас специально сделали, так как нам не позволяет гараж тут где-то сделать мастерскую. Мы вот сделали, что хотя бы здесь можно будет переодеваться. Какие-то поставить оборудование небольшое, там станки, тиски и так далее, чтобы можно было здесь. Вот, соответственно, как-то какие-то ремонтные работы производить. Вот этот весь кирпич, все бэушный, все покупали, ложили. Ну, таджики ложили, конечно, видно, как тут кладка устроена. Вот, конечно, тут грязновато все еще получается, но пока что расстроится всегда так. Потом наведем мы, наверное, марафет здесь. Будет получше все смотреться. Сюда тут свет проведем, поставим здесь печку какую-нибудь, чтобы обогревалась. Может, на дровах или на моторном масле, на бэушке. Вот, отработки у нас тут полно. Вот такое у нас тут помещенница. Тут ничего интересного нету. Но тут яму уже повыше, так скажем. Что еще на нас сделано? Также кирпичом обложено. Никакие тут мы не вваривали, ничего не придумали. В принципе, здесь достаточно высоко, так вода не стоит даже весной. Это вот все дождевая вода. Так как у нас крыши нет, вот дождевая вода тут пока все дело отстаивается. Яму, посмотрите, в принципе, по всему периметру. То есть на наши как раз длинные машины, она в самый раз будет, то есть можно подойти там к любой части машины и там что-то подкрутить, проверить и так далее. Ребята, обратите внимание, как устроена крыша. Все эти листы, соответственно, мы без кранов, без так поднимали. У меня вот
человек, который у меня и механик, он и строителем является, он все это как бы один делает. Поэтому у нас так долго стройка идет. Да, вот уже я примерно вам скажу сказать, что в этот гараж вложено где-то 250-30 тысяч рублей. Да, вроде посмотрите, за что? Ну, за что? Даже вот этот бушный кирпич, один кирпич стоит 5-6 рублей. Если брать новый кирпич, соответственно, он стоит 10-12 рублей. То есть, если вы спросите меня, почему мы не из кирпича все это сделали, а из железа, ну, потому что из кирпича это как бы все дороговато становится строить. И плюс, в любой момент, у нас тут в ГСК, конечно, тут, но так, чувствую, тут его, может быть, снесут лет через 5. То есть, можно взять все это, разобрать и спокойно куда-то вывезти. А в случае с кирпичом, то так не получится. Вот мы с этим учетом как бы и взяли это место и начали строить. Если говорить про аренду, то есть, во-первых, у нас в Нижнем очень дефицит вот таких вот мест именно для наших машин, да, где-то там по высоте мы не проходим, тут высота у нас 5 метров, где-то по длине не проходим газон, там он 11 метров длиной получается. Вот здесь мы сделали как раз для наших газонов, чтобы заезжали, вот просто в аренду, там, когда вот начинается осень, хрен найдешь что-то, гараж такой арендовать, а по аренде цена около 20 тысяч рублей, да, по сути, посчитаем, что за год, грубо говоря, нам вот это вот гараж должен окупиться. Ну, конечно, сюда еще очень много надо вложить, утеплить и так далее. Но все-таки, как бы, зато он будет наш, никакой не арендованный. Что хотим, то и делаем. Ну, только платим за свет, да вот по ГСК взнос. Тоже еще немаловажное место, которое вот мы искали, да. То есть нам нужно, чтобы расстояние между гаражами было значительно большое, чтобы можно было на наших машинах за руль. Вот как раз вот до этой стены, до следующих метров, наверное, 15. И вот до нашего гаража. Вот мы тоже выбирали, искали долго, конечно, это место, но вот такое нам выдалось. В принципе, недорого, если постепенно делаешь, не так это значительно сказывается на бюджете, если сразу там купить гараж. Стоимость такого гаража, если я вот по объявлению смотрел, там 800-1 миллион. Да, извините, взять это миллионы, чтобы заплатить за гараж, там ремонтироваться, конечно, дороговато. Вообще, ребят, я изначально вот это против всех, что вот как сейчас все транспортные компании начинают там сами ремонтировать, сами там погрузки искать, сами там юристы, там, бухгалтера и так далее. То есть каждый должен заниматься своим делом. Соответственно, мы как перевозчики должны мы нормально зарабатывать, чтобы обслуживаться в сервисе. Да? Соответственно, машины уже современные, требуют такого технического внимания определенного. Вот. А мы вот начинаем вот экономить вот, и вот сами делать сервисы, там, сами там обслуживаться и так далее. Это, конечно, не очень хорошо, но рынок такой, что мы не можем себе позволить обслуживание в сервисах, так как там дорого сейчас стало. Норма часа в том же Луидоре стоит 1600 рублей, да? Прикиньте, там поменять масло, заехать, фильтра, то же самое, 3000 там, минимум отдать. Поэтому строим свое, ну, надеюсь, хоть это останется, ну, или в случае чего можно продать. Вот, так что посмотрим, тут как дела у нас идут, может, еще какие-то снимем серии по постройке нашего сервиса. Так что, ребята, у кого есть какие-то комментарии, пишите, там, по отоплению дайте какие-нибудь рекомендации, ну, и по общей стройке. Жду от вас какие-то советы. Ладно, давайте до следующей серии.